Ядрин посетил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин. Цель визита – подготовительный этап к масштабной реконструкции, которая запланирована на улице Комсомольской. Значимость победы во всероссийском конкурсе, на котором Чувашию представляли 4 города – Канаш, Шумерли, Ядрин и Алатырь, вырастает в разы. Ожидает большая трудоемкая, кропотливая работа, да, для того, чтобы в результате, конечно, как конечный продукт, мы получили благоустроенный участок улицы города Ядрина. Почему? Потому что такая возможность, она не каждый день выпадает. При выборе территории под креативное благоустройство рассматривался не один двор и не одна улица городского поселения. Во время подготовки документов для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России архитекторы и проектировщики Ядрина и района исследовали, изучили потенциально выигрышные участки. Мы проехали тогда по старой части города, проехали по набережной части, смотрели правый и левый берег, смотрели перспективы для развития города Ядрина, а в сторону, получается, у нас западной части города, это где у нас сейчас территория для перспективного развития жилищного строительства. В итоге все сошлись на мнении, что улица Комсомольская самая подходящая для благоустройства места. Почему именно она? Это исторический центр. Здесь расположена площадь Победы, где проходят значимые городские события, коммерческие и исторические здания и в завершение выход на набережную реки Суры. Ядринский проект получил название «Соединяя поколения». Он стал лучшим среди таких заявок от городов Канаш, Алатырь и Шумерля. Проект победил абсолютно заслуженно, во многом благодаря участию самих горожан, да, которых непосредственно мы и на этой территории собирали, с которыми мы активно взаимодействовали на различных этапах. Эта работа не закончилась, она, я думаю, что продолжится и на этапе реализации. Мы рассчитываем на то, что будет представлена группа общественного контроля, да, за реализацией данного проекта. Мы очень рассчитываем получить качественный результат реализации, который удовлетворит именно горожан. Часть улицы Комсомольской с весны до осени будет закрыта. Там начнутся строительные работы, и намечено их немало. Внешний вид проезжей части и площадь Победы изменится кардинально. Контракт на благоустройство Ядрина за счет федерального гранта заключен со строительной фирмой «Стройка-21». Организация уже изучила проект и готова приступить к работам в апреле. Мы не первый раз строим парки, дороги. Мы существуем порядка уже около 15 лет. Мы достаточно давно на строительном рынке. Подрядчиков будем привлекать в небольших объемах. То есть это небольшие объемы, теми объемами, которыми мы не занимаемся, не профильный наш объем. Предполагается полное обновление проезжей части и дорожного покрытия, установка светильников, скамеек, мусорных урн, оборудование вело- и автопарковок, а также открытых навесов, построят модульный туалет. Произведут замену инженерных сетей, все провода уйдут под землю. Будут и уникальные объекты – деревянные качели в виде дерева. При озеленении появятся новые газоны. Планируется также высадить более 1000 деревьев и кустарников. Приветствую это. Пусть будет. Около нашего дома сделали тротуар. Хорошо, потому что на дорогу не выходишь, и дети ходят. Там у нас площадку сделали хорошую, продвиги есть. Да. Мне нравится. Как вы считаете, тротуары здесь нужны ведь? Нужны. Обязательно. Не только здесь, по всему городу. И тротуары, как выяснилось, строиться будут. Три квартала улицы станут односторонними для движения автотранспорта. Участку присвоят категорию жилой зоны. У ядринцев много идей по благоустройству городских улиц и дворов. И в городской администрации всегда готовы выслушать конструктивные предложения, отметил глава городской администрации Павел Бажайкин. Почему хочется сказать тротуар, что у нас погода, тротуары – это проблема общеизвестная. Мы сейчас как раз ведем проектные работы, и у нас по тем улицам, которые мы никогда не видели тротуаров, мы это все запроектируем, сделаем в этом году тротуары. Соответственно, это все будет уже увязываться комплексно и компактно. Ну, чтобы у нас все-таки город Ядрин ожил. Городов с такой численностью населения сейчас уже практически не существует на территории России. Это отметил главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин. И в этом случае наш город представляется в самом лучшем свете. Несмотря на то, что в 2020 году исполняется ему 430 лет. Его годы в таком случае неисчислимое богатство, как духовное, так и эстетическое. Ядрин выиграл по направлению «Малые города». Еще есть в этом же конкурсе есть направление «Исторические города», «Исторические поселения». То есть Ядрин может еще как историческое поселение, так как он признан на оригинальном уровне историческим поселением, еще участвовать в этом конкурсе. То есть сейчас идет процесс выбора той территории, которая будет
интересно с точки зрения истории этого города. И вот если мы отработаем материал, его качественно преподнесем, то есть вероятность, что еще по этому направлению можно получить определенные средства. Это где-то в районе от 40 до 50 миллионов. То есть, я думаю, шансы что есть. Шансы есть. Шансы всегда есть, скажем так. Надо только грамотно распределиться этими возможностями. То есть, я согласен, что это непростая работа. То есть, здесь должны и историки поработать, и культурологи поработать, и проектировщики поработать, и те же жители подсказать этим, скажем так, специалистам, где у них чего интересное есть, какие-то свои фотографии старые принести, показать, то есть среды, которая была раньше. Вот за счет этого можно, в принципе, выиграть. Идея сохранить среду и атмосферу тихой провинции, развивать город как место комфортное для жизни населения и привлекательное для туристов – главный приоритет благоустройства Ядрина. В городской администрации еще немало планов в этом направлении. В городе собираются упорядочить в одном стиле торговые павильоны, привести в порядок несколько исторических зданий. Валерия Орлова, Николай Федоров. Специально для программы «Новости Ядрина».